Молодежное правительство Якутии отчиталось за прошлый год перед руководителем региона. Егор Борисов встретился с членами молодежного правительства и заслушал основные проекты, которые реализовал орган за 2017. В течение года молодые политики, как самостоятельно, так и совместно с основным кабинетом министров, провели ряд проектов, такие как кибербезопасность, направленная на защиту детей в сети интернет, деловую игру «Молодой фермер» и третий молодежный экономический форум «Якутия-2030». На встрече Егор Борисов отметил, что члены кабинета стали взрослее и серьезнее. Второй созыв молодежного правительства работает уже третий год, и в текущем ожидается обновление состава. В целом в 2017 году реализовано более 30 мероприятий и проектов. Это и соорганизация молодежного экономического форума, это и соорганизация зональных этапов деловой игры «Министр», это и организация молодежного конкурса «Научный баттл» и «Про Якутии 2», то есть поселение ресурс основы Якутии. В целом, оценивать работу молодежного правительства, то есть оцениваться работу молодежного правительства будет на всероссийском рейтинге молодежных правительств в текущем году.